на 350 рублей, сообщает, считай, я снова сабнулся на Твиче, а то словил бан на месяц. Считай, снова сабнул. А где ты там на Твиче, черт, умудрился получить бан? Ты кому, что-то писал что-то? Бан на месяц на Твиче словил Cursed Paladin. Он теперь... Его место босса вакантно. Кто, кстати, сейчас босс? Сейчас Жукадеска. Красавица. У нас сейчас босс. Сейчас будет Грагас отве. Да, Харпей. Вполне реально. Так, у меня вот эта тема с випами, я так ее и не понял. Есть возможность кого-то из вас сделать випа. Я сделал драконита. Вот драконит, он сейчас тоже есть в чате. А какие у вас возможности у випов? Что вы можете делать на стриме? Кроме как показывать, что вы вип. Они могут кидать ссылки. Это все, да? Типа только ссылки? Чат для фолловеров. Mm-hmm. Ты врубишь чат только для фолловеров? А, они все равно могут писать. Ну да. Но ссылки так ссылки. Че, Fallout, хочешь? Чего? Хочешь себе такое? Какой у тебя никнейм на Твиче? Я накидаю ссылку. Не, ну ты напиши что-нибудь, чтоб я никнейм. Да, напишите что-нибудь в чат. Чтоб я ник мог легко. Вот, да. Отлично, на телефоне. Че там? VIP. Fallout. Изи. Все, видишь? Только я пока не нашел, где вот эту иконку поменять. Я ее потом поменяю. Там будет член и в рот, как бы, вот заходящий. Гифка будет. Пришел на член и в рот. Да-да-да, там будет гифка. Ты же не против Fallout, да? Я только за. Ну, ты-то да, я как бы... Это ж понятно. Я хочу, говорит Юсарин. Не знаю, кто ты такой, Юсарин. Еще 91-го года рождения. Так, а ДК-то у нас кто? Випкс. Что? Ты АДК. Я, наверное, не знаю. Жанна Мейнер, АДК, нормально. Я Жанна Мейнер. А ты не знал? Не, 5 минут назад узнал. Кость, все равно тебя фокусить будут, ты не избежишь эту участь. Я понимаю, да. Это как бы передается семейно. Хороший зритель — это помощник, кажется. Это... Да. Ну что, последняя минута. Я написал, я жду своих прав. Каких? Я давняя зрительница твоего стрима. Хм. Я не доверяю этим старым зрительницам стрима. Сейчас проверю. Мне подскажет инбокс. Насколько давняя ты зрительница, Юсарин. А слушай, приколите, она не обманывает. Она была среди тех, кого я удалял, когда мне спам на Twitch приходил. То есть она больше 2 лет уже здесь. Ничего себе. Ну ладно, ладно. Больше 2 лет заслужила. Потому что ее, типа, никнейма даже нет у меня в оповещении. А это значит больше 2 лет, там 2,5. Хороший зритель — это помощник. А, ну да, ты прав, Випкас, поэтому я думаю, тебе не надо ничего давать, да? В смысле? То есть я зря заходил на этот за богом забытый сайт, что? Серьезно? А почему на Рашкине здесь... Подожди, был же клэш на ру-сервере где-то 3 недели назад. Да, да. Я сейчас найду. Ой, что это такое? Подожди, что-то происходит. А, что-то произошло. Breakits are being formed. Все, ждем. А можно узнать, почему у нас команда называется Гарен Гей, а сокращение ВАТ? Не, ну ВАТ — это вопрос сокращен. Там просто ГГ нельзя было написать. Так. Как красиво. Ой, Гарен Гей против Гея. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Гарен Гей против Гея играет. Это настоящая Лига Легенд. Иллюминати конфирмд. Так, все, они прогрузились там. И Релли Мейнер ничего не сделать. Хоть и из Сильвера, но...
Нашего Гарена они уничтожат. Ладно, если серьезно, то надо от Дрейвена избавиться, просто чтобы не мучиться против этого чемпиона. Да я АДК сейчас Жанну пикну, все нормально. Да это я поэтому и хочу избавиться от Дрейвена. Ари надо обязательно убрать, и, наверное, Владимира. Это первый трибана. Как вам такая идея? Я согласен. Но я бы еще Акали забанил, потому что Акали... А ты видишь здесь Акали вообще? Я не вижу. Нет, но вдруг там какой-нибудь аутист мейнит Акали. А, ну мы бы его здесь увидели в списке. Ты же не видишь, что я мейнер войны здесь в списке? Нет, в твоем, да, там я не вижу. Ну, не знаю. Ну, давай, если мидера они еще не заберут ко второй стадии банов, тогда там. Просто сейчас, я думаю, лучше... Ари банить бессмысленно. У них мидер — это сильвер. Чё ты взял? А, ты думаешь, этот на топе будет играть? Конечно, тоже могли смурфов набрать. Ты... Просто я не удивлюсь, что вот этот Silver 2, это на самом деле просто саппорт будет там или что-то такое. Не, саппорт у них точно есть, да-да. Саппорт точно есть. Лесник — это типа Варвик. Жанглер самый левый. Да-да-да. Ну, короче, кто-то из этих двоих пойдет на топ. АДК я... тоже, как бы, ясно, платина вторая. Ага. АДК пойдет. На ком играет? Ну, я бы все равно Ари забанил, она просто неприятный чемпион. Или чё, Ерун, ты чем сможешь против Ари сыграть? Сейчас посмотрю вообще, чё там побеждает Ари. Опять я забыл это все. Главное, не давай ему чемпионов, которых больше, чем три кнопки. Вот провал. Тут... На сайте написано Хеймердингер, просто унижает Ари. Не, ну Хеймердингер. Не надо. Не надо. Да. Это тележки там все дела. Я видел, не надо, это не стоит того. Когда ты видел? Даже я не помню. Я видел, этого не надо мне. За тобой следят. Я в прошлый раз глаза мыл после этого, не надо. Ну, Дрейвена я поддерживаю забанить. Нафиг его. Ну, давай Дрейвен Ари и вот третий тогда, как это называется, общительный бан. То три бана или пять? Ну, сначала три бана, а потом два еще. Ну, как на чемпионатах. ЛБ? А. ЛБ мне нравится бан. Там учитывая, что у нас Ерун. Была. Вопрос по Ирелии. Но. Оставляем? Оставляем, у нас плохо. Джакс есть. Ну, то есть он же может топера любого сыграть на миде. Ты, кстати, Ерун, Ургота играл? Кого-кого? Ургота. Ургота? Блять, Ургота, да? Вот об этом и речь, ты ему Хеймердингера хочешь. Нет, Ургота я не играл. Все, отлично. Блин, у нас вот в той-то олдэдди команде джанглер есть, он вьетнамец, он... Тяжело по-русски понимает, но с ним это, по-моему, проще, чем с Еруном. А он самарец, как бы, Самара. Мне вчера был сложный день, и утро тоже сегодняшнее. Во, все, поняли? Не приставайте к Еруну. Ты делал домашнее задание? Все сложно. День рождения был у друга. Я думал, с мамкой банки закатывал. Ваня норм понимает, что началось. Так не, он норм понимает. У него с микрофоном либо с наушниками какие-то проблемы. Он иногда начинает говорить, просто пропал. Это Ваня, это как раз вот вьетнамец. Чего смотрел? Ты мастер смотрел? А, нет, там еще очень давай. Очень интересная информация. Там джанглер до трэша 200 тысяч очков. Ну, не, все равно, даже если в мастере зайти, видишь, драйва на аре все равно остаются. Ты трэша боишься? Да. Хочешь забанить? Нет. У нас же Морганы есть, что если что. Пусть джанглер трэшом. Это трэш, это джанглер будет, скорее всего. Ну да, да, да. Я тоже думаю. Не, ну там и у других тоже есть трэши, видите? Там список. Трэшами полнится. Я просто вот Зою еще бы как бы опасался. Зою нахер. Лучше ЛБ. ЛБ опасней. Да? Хер его знает. ЛБ еще хотя бы заутплеить можно, а это говно ты хер заутплеишь. Да не, это тоже аутплеится. Кстати говоря. Ну, не знаю, у меня руки не оттуда растут для отплея этого говна. Бодиблок. Но я, скорее всего, получу себе в лицо сразу три бана.
Ну, два, наверное, все же. Они только два сделают бана по мне. И Гарена. Я думаю, они сделают как раз Эвелинка и Лиза Гарен. Вот так вот. А что за красный крестик? For it break it. Какой крестик? Не-не-не-не-не-не. For it переводится как дать в жопу. Не надо. Давай без этого, да. Ну, forfeit, чтобы ты знал, это типа сдаться на английском. Ну, там как проголосовать, чтобы сдаться. А, то есть можно голосовать? Я думал, это поменять противника. Да-да-да. Не, но мы поменяем противника на самом деле. Как бы с этими играть не будем, да. И как раз в другой брекет пойдем. Сразу в нижний. Да, сразу в нижний. У них хрена себе, полегче женщина. Она говорит, что раунд сейчас начнется. Ну, когда-нибудь. О! Ура, оно не залагало. Изи. Клэш работает. Оно живое. Declare your champion. А-а-а, я могу вам... Ладно, я подскажу вам, за кого я играю. Я за этого тогда. Это отличный чемпион. Мне тоже нравится. Я, на самом деле, нормальный сетап. У нас команда мечты. Пацанский. Я чувствую, сейчас будет вырезаться у нас чемпионы. Я у них first pick, что будем делать? Мы пишем ГГ и ливаем, как бы оно работает всегда. Слушай, а почему у меня гост и хил здесь, блядь, поставлен в основу? У меня тоже. Ну сразу знает, кого бояться. Это было даже проверка уважения, да? Проверка на уважение. Тебя уважают больше, чем Эвелинку. У нас еще есть шанс, что они не заметили, может. Чувака на миллион. Просто парня скрывает, ёб твою мать. Блин, как так? Я, ну серьезно, как они смогли догадаться? Сейчас будет война. Ну, если война, это, кстати, хорошо. Мы выиграем мне и Лизу. Нет. Вот это уважение, вот это я понимаю, ребята, вот просто... Знает, кого мне банить. Ну чё, ЛБ или... Кого-то хотел Акали? ЛБ, Акали или... Зоя, да, Зоя еще он хотел. Зоя. Не, я хочу от этой избавиться, КЗ. Настало время поностальгировать по респект банам. Просто у нас РЛ тогда сохраняется. Если здесь все чемпионы, я сейчас РЛ-то сразу забираю. Чтобы они не забрали ее точно. Чувствую, я угадал с пиком. Че, тогда Ургот возьму? Да-да, если играешь на нем, бери. Только это клин с хилом убери там. Да нормально, сработает. Книжечку возьмет. Ну, кстати, да. Если книжку брать, то можно и так идти. Как раз роумить на гости. Ты же с книжкой будешь играть, да? Не, я без книжки буду играть. Не знаю, мне книжка больше нравится. Ну, это ты сам же решай. У меня вчера интересный ранкинг был, или позавчера. Я Моргану пикнул почти. Киса! Ну да. Пикнул Леону взять. Прям гениально. Красавчики. То есть Леону в Моргану. Это же киса. Я думаю, Моргану сейчас забери, не показывай пока декерри. Лучше сразу Моргану, пока она открытая, чтобы трэш в жопу попал. Я за. Угу. Вот, а сейчас второй, избавимся второй. Тогда от этой, от Зои как раз, и Акали, чтобы не париться. А там Ариана была? То есть у них комбинация-то еще под Ариану неплохая? За этот пофиг. Ариану я там не видел. Тогда либо я такой могу бан сделать, но я не думаю, что кто-то будет здесь это играть. Ну, не стоит. Ну да. Пустой бан. Ну, что-то не хочется Элизы против Ренгара играть. Можно я шаршиком попромахиваюсь ультой? Все в твоих руках. Так. Так. Я вот думаю, давай, знаешь что, дай мне Скарнера. Нифига себе. Точно?
Да-да-да. Может, Рексай? Я, кстати, Картера не видел в ранге уже недели две. Вообще. Я вообще его не видел по ранге. Я тоже вообще не видел. Ну вот, как вы понимаете, вот вы посмотрим. Сразу приятное с полезным совместите. А то не видели они что-то там. А, ну они войну мне забанили. Что за пи... А я спрашивал вас про Ариану. Команда Тардов. Не было. А ее не было. Команда Тардовских. О, ты у них комбо-бомбо. Ну что? Ля. Я не хочу за Адекири играть. Не, ну, на самом деле, север здесь нормально заходит. Не знаю, что ты боишься. Север. Ну или Джина можешь взять с жесткой мобильностью. Ксаю, дай Ксаю. Ну или Заю, да, тоже. Ты давай. Уверен? Ну, Заю нормально тоже, что-то. Он подпрыгнет и все, так с кем мне меняться. С Уранусом. Ну, я бы мог Рогана сыграть, как, но как... рискованно. Блять, короче, давай еще раз. Короче, верчу запутать хочу. Давай еще вот так. Вот этот чемпион мне больше нравится. Я пикнул какое-то говно. Совсем не понравилось. Чун-чун-чун-чун. Darkness Dungeon? Нет, еще Александра не закончили. Но да не волнуйся. Сейчас были вечера просто заняты. Завтра обязательно сыграем. И послезавтра. То есть мы там как раз два вечера в Darkness Dungeon. А со среды уже только лига. Как раз так и будет. Кстати, советую тебе по поводу Darkness Dungeon. В Steam посмотри потом. Этот Lovecraft Stories наши разработчики делают наподобие The Binding of Isaac. Uh-huh. Только, ну, тематика именно лавкрафтская. Очень классно делают. Uh-huh. Я понял. Ты туда рисунки рисовал еще? Чего? Ты туда рисунки делал или что? Так их рекламируешь постоянно? Не, просто очень хорошо ребята сделали. Мне прям очень понравилось. Там просто, ну... Достаточно много отсылок именно к нашим там медиа, типа там песни этих арии у них вставлены, еще что-то, ну, именно в текстовом варианте. Ну, там много таких плюх можно найти. И она достаточно сложная. Сложнее, чем Айзек будет. Ой, за что так громко? Чё, мы на инвейт? Да, у нас Моргана есть. Но и Релли у нас что-то уснула. Я хочу просто проститься. Чё, я прогиб тогда качаю? Прогиб. Можем, можем идти спокойно. Сейчас дождем Сирель. Ай, вон Монти просто побежал. Да все, уже идем, чё. Идем через Трайбуш погуляем. Только можно Моргана будет первой идти у нас? Не, у нас краб очень веселый. У нас два краба. Короче, оппоненты вышли из игры. Отлично, мы выиграли. Гоу, куча денег заработаем, и я все равно с красного буду леса стартовать. Опа, пиздец, 25 золота на всю команду. На самом деле, если бы один из вас отошел, мы бы больше заработали. Тогда там 40 золота идет. Потому что там по 10 золота кидается тогда. Все, можешь идти.
Все, пошел. О боже мой. Нормально. Хуйня. Ахилла прожала? Да, вроде. Да, прожала, но я видел. Тиш 9 подарил 100. Вош, радуемся возвращению, Виви. Вош, радуемся. Тир 9, это Тиша. Привет. Да блин. Чё у вас там я происходит? Я понял. Там Моргана Мейнер, да? Смарткаст на базе. Ну он как бы ADK, как бы мейнер, это как бы нормально. На этом аккаунте, если посмотреть, да? Он вообще вейнмейн. Задержка игры. Задержка игры. Не в развитии, точно в игре, да? Слушай, ну сейчас обидится еще. Надо. Надо как-то его похвалить. Fallout, ты молодец. А, боже мой. Ай. Можешь видео интерфейс настройки показать? А чё? Ну там, вот они. Паузу нажмешь, увидишь все. Все, показал. Там паузу нажмешь и сможешь все посмотреть, как я показал. YouTube поможешь. Угу. Опа! Уранус, Фадовин. Она тупанула или чё? Чё произошло? Ну, наверное, да. Я не знаю. Она, видимо, не в курсе, что Ирели может убивать или что-то типа. А, не, ну отлично. У меня Ренгар на топе, если чё. Угу, да, я вижу, вижу. У него 16 фарм. Естественного не сделал. У тебя маны сейчас нет, да? Это плохо. Сейчас бы я мог еще раз к тебе прийти. Чё у нас там на боте? Моргана вернулась в игру или как? Я и не отключался, я разбирался с управлением. Да нет, это ты был АФК. Было 200. Короче, я сейчас пробегу к вам. Ренгар опять на топе, если чё. Да-да-да, всё, я лечу к вам. Ладно, бьём этого тогда, раз он такой защитник. Так я же сказал, бей, бей, бей. Ну, май бэд. Да, изи, изи. Изи просто. Хороший флэш, хороший флэш. Это был флэш победы. Я не мог пропустить второй Кеннон, это слишком сильно было. Позиция первый. Это вот другой вопрос. Это обсуждать не будем, да? Это да. Вообще, килл сделали, сделали. Меня здесь обокрали. Ренгар воришка. Я вот сюда вот. А я сюда. Го туда, Ерун, Ерун, Ерун. Идем, идем, идем. Или он сам добьет. Нет, не добью. Ну ты хотя бы не уходил тогда далеко. Оу, охрененно. Подожди, меня просто вышка начала сразу бить по тысяче. Как это работает? Типа с тебя агрессия все еще не снялась, и на мне сразу первый урон пошел минус 350. Минус 350. Окей, ладно, my bad. Просто мне там танковать уже было нельзя. Да, я понял, да, просто вышка, я был уверен, что она сейчас потеряет агрессию и все. Окей. Ну, это без флеша остался. Ай-яй. У меня щита КД. Я могу к вам сейчас пробежать сразу. Все, я здесь, я здесь, я здесь. Есть? Кушка? Нет? Не, ну тогда как бы мы не убьем. Да. Ренгар здесь. Здесь вард.
Да блин, еще и пингвини тесто. На мозг кипит на этом управлении. Да, это так играют адекири все. Привыкай. Привыкай, все. Когда нужно думать, что нажать? Да. Блин. Это так работает. Мне кажется, наверное, мне надо было сказать Яруну, чтобы он не уходил с линии сейчас. Да не. Он бы все равно ушел, даже если. А, не, ну тогда все нормально. Сказал, мне надо шины и все. Ты не шин купил, что? Она без ульты. Ренгар должен в моем красном лесу быть. Так не наглость губила, Ренгар пошел мой красный пиздить, я пошел его пиздить красный. Да он уже ушел. Пойдем чек. Должен был уже. Он же големов забрал. Да. Нифига как опасно. Нифига он. Тянет каждого крипа. Прям трэшмейнер. Ну да, я также играю за трэша. Здорово, Вовкин. А чё ты не стянул-то? А там только два пёрышка, да? Толпы в третье. Вещит. Я понимаю. Я опасался своей жизни. Где наш этот тимплей? Ща пойдет. Окей, я тебя понял. Ща все будет. Смотри. Тимплей. Шилд будет? Ну на. Ренгар здесь, шестой уровень. Класс. Хорош. Я жив. Я не жив. Ты не жив. Меня убил миньон. О, хрен. Малфит ушел, Малфит ушел, аккуратнее. Ерун, Малфит ушел. Да, я понял. Он что в меня прыгнет, я не могу. Да я понял. В итоге он просто меня запрыгал. И... У меня там фуллстаки были, он меня шотнул просто. Так, я не понял, зачем тебе нужен был щит, если у тебя была ульта? Мне нужен был щит, чтобы... Ренгар здесь сейчас. Мораль поднялась. Ну, либо Дрейка делает. Трэш ушел. Нет. Они будут трэки делать. Брейк Маунтин все равно пофиг. Кому бы еще халявный дрейк не мешал? Здесь я должен просто успеть забрать. Я ушел, если что, стопа. Да, да. Я тебя не подержу. 25. Да. Нет, Вовкин, я рисковать не буду, ну нахер. Сейчас еще какой-нибудь рингар там будет. Пизду. Все у нас в подкастах. Да что это за... Отпушьте как-нибудь бот, чтоб я мог... А, ну я могу сейчас прийти. Они уже битые. Малфит на бэке. У него ТП... Я иду. У него ТП есть, если что. Я иду. Бля, у меня смарткаста не было на R. Жесть. Чуть было не запорол все. О, чё, у меня-то фокус. Я свалю с этим ХП, меня Ренгар шотнет просто. Ренгар будет на боте сейчас. Вы так не ведите себя агрессивно. Чё она делает?
Уходи. Ухожу. Уходи, дверь закрой. Был один. Насколько знаю, Рингер, да. Рингер точно на боте, да? Ну, должен был быть. Нет, ориентировочный должен быть. У него, потому что там и красный апается, и все, да. Рианна здесь еще. Угу. Джесмайл, я все показал. Ты же мог посмотреть на ютубе, ребят. Повторите ему, чтобы на ютубе посмотрел записи. Я бордить. Кайс СС. Ренгард мой красный опять идет. Вижу. Я туда иду. Подходите, давайте его поймаем. В любом да, случае... Да, да, я уже выехал. Я сюда иду бордить. Ой, мне кажется, там сейчас кто-то... Не-не, хорош, хорош. Я иду, 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 иду! Блядь! Мэйбэд, надо будет бежать дальше. Я иду. Прямо забавно. Короче, Да-да-да-да-да. Забавно выглядело. У меня есть флеш, я иду. Я буду энгейджить. Угу. Малфит СС у меня стопа. У него ТП есть. Я пойду. Не пуш линию. Красный свой заберу. Я запушил то, что я уходил. Ок. Так. Я, короче, пошел. Чоп. Нифига не замедлили Ешку. Давненько за него не играл. Видел, как она медленно летела, пиздец. Опа. Эренгар будет у вас. А, вон он. Вон он. Вышку дефа. Ну это хорошо. Ай-яй! Твою мать! Жив, 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 нормально. У меня ман не хватило на вышку. Ты это, не борзей. У него может быть флеш есть. ТП, ТП, на бот уходите, уходите быстрей. Я к вам не приду, я тут стартанул Геральтку. И к тебе, Ерун, тоже не приду. Ай. Ну ясно. Такие нюбы. Ну, так, флэ... удар, Я хотел забайтить, чтобы Рендер на меня прыгнул, но он... ...кончил немножко. Приходи тогда на тот сразу Геральту упускать, пока там можно. Да, я так и хочу. Собираются да похер на этого дракона, да, бесполезно. Они сейчас затрейдят два тавера, если они на драконов идут. Нам выгоднее. Я к тебе бегу, 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 бегу. Пойдем краба забери. Ну нужна еще Ирка, без Ирки мы не можем. Трэш подходит. Отступай, 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 отступай. Ну, идем кажется, на мид, на мид, на мид. Не ГГ, короче. Да-да, сливаем Мургота, да-да, сливаем Мургота и просто на гоу на мид. Вовремя. Хорош. Там у Арианы, да, наверное, есть еще. Я чуть не вижу, чтобы они меня сливали. Отступим, наверное. И давайте тогда сразу на дракона пойдем. Я
Ты иди на топ, все нормально. Ренгара мы видим, так что должны просто забрать. Хотя Ариана ультой, блин, давайте отпулим, чтобы Ариана ультой не стелянула. У него больше урона, чем у меня смайт. Джоп. Аккуратнее там мид прикрывайте, старайтесь без боя просто. Пару заклинаний дайте и все. Ну, он Ренгар на бот. Никого там не найдет, мы уже ушли. Я тебе этот инет побанул, у меня заряд 50%. Вообще телефон убивается. Аккуратнее, сейчас не попайтесь, я с бэка и будем сиджить опять. Я через ульту ворвусь в кого-нибудь. Ладно, надо эту штуку начинать доделывать уже. Я твой этих заберу? Да, нет? Да, да, бери, бери, бери. Потом на краба пойдем вместе. Там у Unicorns of Love Forever стрим, Diamond даже за них играет. Ну, видишь, организовали хоть что-то. Видел, да? Да-да-да. Давай крабы заберем. Нормально. Я на топ тогда пошел. Да-да. Ой, это до барона. Да, до барона еще очень долго. Бля, надо уже магрес брать. Да, надо будет следующим предметом магрес брать. Я не могу пока сиджить с ними, у них там так много магического урона, они просто меня шотают. Короче, я пошел еще пофармлюсь. Опа. Когда скин на Риану дадут? С нового сезона, как только 9-й патч выйдет. И даже, наверное, там еще неделя какая-то пройдет. Че странно, че они меня не дефают? Ну, пуш. Раз не хотят, нам же лучше. Ой, они все ко мне выехали. Ну, теперь да. Ну, мы точно так же кису поймаем еще один раз и заберем уж тогда на Шора. Можно будет сыграть с тобой на Ру, да, когда патч новый выйдет? Твою мать! Живи! Кто там? Чё ругаетесь? Я очень эмоциональный, прости. Он гарант моей мере, не простите. Это уже как оскорбление. Ну да. Я принимаю близко к сердцу и буду плакать. Он трэш вниз ходил. Вы там аккуратнее. Я хочу задонать тем крипов сюда, Малфит пришел. Окей. Бля. Тупанул. Ой, Ренгар. Ренгар. Ой, он за мной. Ходите, аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Блин, чё? Я могу только в Малфите ультануть. Надо бэкаться, у нас здоровья нет. Да, 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 надо отойти. Бэкайтесь, бэкайтесь, да. Я же пришел не воевать, а пришел зонить. Так, если я кого-то схватил бы. Не, ну я говорю, что мог ультануть, но только в Малфите. Если бы я в Кайсу, тогда мы бы сражались. Яндекс флэш. На бот пошли, аккуратней. На краба не ходи, не ходи, Ерон, отойди. Просто отдай его и все. Хотя это интересно, я может могу выйти на Ренгара здесь. Я выхожу. Блин, так,
на себя было кидать этот. Ай, это бредово. Лол. Но он умрет. Да, да, умрет, конечно. Ой-ой-ой-ой. А че ты не убегаешь? Че ты не убегал? Погоди. 25% КДР у Арианы. Это сколько секунд? Минута? Ох ты ж. Ты про то, что у него ульта снова откатилась? Ну, бывает. О, хорош. За снайпер. Отсюда сейчас выскочит игроки на тебя. Бля, мне нужен Магресс срочно. Да, к... Давайте аккуратно к дракону сместимся. Ты на топ можешь идти. Ну я вышку тогда сливаю на топе. А, ну да, тогда уже давай лучше к Дрейку этому подойдем. Ого. Ой-ой-ой. Захожу им в спину. Угу. Блять. Сейчас замедли. Давай. Да нормально. Они все на меня потратили. Можете добивать, как говорится. Ренгара убил кого-то, да? Ренгара. Давай, еще дальше бежим. Вы вдвоем остались, мы за Ренгаром погоню устроили. Все, хорош, вообще нормально. Я бэк на топ, то Малфит уже вторую вышку, а вы дракон. А мы Дрейка давай. На самом деле, потом будем к Нашору уже готовиться. Когда... Приколимся и готовимся к Нашору. Барону. Ну я готовый. Кстати, в нашем лесу здесь есть один. Ну нам нужно резет сделать. У нас у всех битые были игроки. Да, так мы что-то краба просрали. Да, там бедно. Но мы все равно не могли его остановить. Что? А, окей. Чего? Руна не было, это был щит. Угу. Ох, сейчас бы было неплохо. Дай просветку. Или тебя на кадану. Ай, ты ж... Блин, Ариан это бобо. Ну да, поэтому я Магресса собрал. Я пойду на Ариану. Бля. Может, там не будешь один? А, ну я не совсем один, тут вроде кто-то бегал со мной еще. Не, просто мы не успеем до тебя добежать, если там тебе влетит все. Ой, да ладно вам. Мне надо отойти, я очень битый. Я болею за вас, короче, просто. Ай, да мне Рангар опять утонул, что такое? Спасите! Давай, жми. Ой, хорош, вообще хорош. От души. Вышечку. Угу. Че, барон осилим, нет? Ну, да, вообще осилим. Я потанчу. У меня два смайта есть. Я с красным. С красным это звучит, да. Джоп. Так, можно сырколиться, да. Вовкин, спасибо. Побегал, давал советы.
Не, подождите, я принял на себя две ульты, остался в живых и дальше бегал, да. И потом дал ульту по Ренгару, который был опасен. Короче, у меня 30 секунд до ульты. Есть вариант 3-1-1 запустить, то есть расплетиться сейчас, или просто пойти. У меня ТП есть, стоит. Да, давайте. Вот, нет, давайте здесь битву дадим. Просто в наглую идем сюда и все, и сражаемся со всеми. Ой-ой-ой. Спасите Кайсу. Кайсу, Заю нашу. Я специально забрал, сейчас фир будет. А где фир-то, алло? Хорош. Иду пинать камень. Я, короче, пошел уже на мид, вы все новые. Ну норм. Считай 5 к 1. У меня ТП еще есть, я сейчас через 20 секунд прилечу. Но мы должны два ингибитора забирать. Да мы можем потом еще и потоп пойти. Четыре секунды до меня. Угу. Они вас сейчас не отпустят. Да это мамку они свою не отпустят, все норм было. Если они сейчас летят, они проиграют. Айх ты! О. Отступим, отступим, все. Давайте. Кому надо, бэкайтесь, да. Я на топ тогда. Блин, профессиональные варды. Ну, сейчас все на топ можем идти. Там дракон апается через минуту, но... Можем тупо. Но нужен ли он нам? Да, можем просто пойти по миду. Ой, по миду, по топу и все. Ургот стримит? Олмонди, ты стримишь? Да, да, стримлю. Стримли. Такой же никнейм, ребят. Водите просто на Твиче и все. Или у ты на Ютубе? Много? Ты Ютуб себе организовал? Я просто помню, ты Twitch и Good Game сделал, а вот остальные. Не, Ютуб давно уже был. У меня просто проблемы были какие-то, я не знаю, у меня почему-то стрим на Ютуб не шел, сейчас я, ну, уже исправил. Ну, короче, ищите Олмонди и найдете. Мы все здесь? Где наша Моргана застряла? Я Vision создавал. А, молодец. Не-не-не-не, все верно. Аккуратней. Ну ладно. Я Ариану, я схватил. Бейте Ариану. Да бейте ее. Сожрал, нормально. Все, good job. Так, ладно, что-то больно стало, надо отойти мне. А чего наш випка сумер? Он меня немножко... А мне у Малфит влетел и шотлил. А, ну так и да. Ну ладно, мы три ингиба убили. А у меня ваншот прилетел, я даже не понял, от чего. В смысле ваншот? Спасибо за подписку. Я понимаю, что меня не достали. Не, его не достали, но он сразу лупнул почему-то. На самом деле он даже не ультанул, так что это в любом случае, ну, как бы, не очень хорошо. Да, Костя, камень в твой огород. Да. Камень залетел в его огород, а он даже не ультанул, понимаете? Камень даже был не в огороде, он мне почему-то в лицо влетел. Киви, ты... Это бревно в его постель. Разные варианты, да. Ну ладно. Виви. Чего? Ты будешь Knight Wolf собирать? Knight Wolf? Нет. Да. Это говно я не собираю. Не, ну он неплохой предмет, но хз, мне он не особо нравится. Все ради за. Спасибо за подписочку еще одну. То есть я здесь Кайсу, например, в этом сражении там 15 автоатак ее принял. Так что я, наверное, сейчас дособеру еще один магрес предмет и потом гаунтлет возьму. Аккуратнее, Ерун, ты что там творишь?
Спасение рядового Еруна. Кайса у меня, Кайса... Что? Она застанена. Как это? Чё это за бред был? Я, короче, дал по ней ульту, у меня ульта закончилась, и потом сразу же появилась, а она не в ульте, а в жоне сидит. Как будто мне, типа, не засчитали ульту. Потому что я ульту прожал. Ну. О, камень, давай его, Руби его, руби камень! Блин, до конца, он думает, он убежит. До конца! Такой трус. До конца, конечно, камень надо рубить. Давай. Камень слишком каменистый. Многобар, здравствуй. Не, ну перьями камень, конечно, не пробить. Тут нужно было что-нибудь посерьезнее. Там молоток какой-нибудь. Одного мне кажется. Scouting for Clash. Нифига надписи какие. Дай Никур Гота. Так я ж давал, боже мой. All Mondi. Так и есть никнейм. All Mondi. Вот. Пиздец тут анимация. Все. Как будто... О, какие-то... Победа дня. DS.